Косметологией Мария Горбунова увлеклась еще в детстве, изучала разные уходовые средства, тестировала на себе. Профессию увлечение стало гораздо позже, когда Мария получила медицинское образование и около 10 лет проработала онкологом. Постоянный контакт с тяжелобольными людьми стал непосильной ношей. Спасение врач нашла в косметологии. Новое направление позволило дарить женщинам радость и красоту. Это гораздо более такая позитивная профессия, когда ты даришь людям красоту, когда ты видишь их улыбающие лица, которые довольны результатом. Вот. И на самом деле я поняла, что вот это как раз мое, это то, чем мне нравится заниматься, то, чем я хочу заниматься в жизни. Больше 6 лет Мария Горбунова помогает женщинам сохранить красоту. Около 70% ее работы – консультации пациентов. Перед самими процедурами важно собрать анамнез, определить проблемы кожи и подобрать уход и процедуры, которые помогут остановить процессы старения, избавиться от прыщей и акне, сделать кожу здоровой и сияющей. Всего пара минут в руках косметолога, и ваша кожа скажет вам спасибо. В клинике «Красота и здоровье» опытные специалисты помогут вам подобрать правильный домашний уход и порекомендуют процедуры, которые сделают вас по-настоящему неотразимой. Квалифицированные косметологи сегодня – маяки в море непроверенных интернет-советов по уходу за кожей и дешевых процедур от врачей-самоучек, которые скорее навредят, чем реально помогут. Лучшее подтверждение мастерства специалиста – довольные пациенты, которые видят результаты процедур, сравнивая фото до-после. Чтобы человек, допустим, который ходит ко мне уже несколько лет, сравнил свои фотографии, допустим, до начала похода ко мне и после, и сказал: «О, так несколько лет назад-то я выглядела на самом деле хуже, чем сейчас». Вот, то есть у меня есть такие люди, они мне реально приносят фотографии, говорят: «Посмотрите, пожалуйста, вот до вас даже посещения, вот я как выглядела, вот как я выгляжу сейчас». То есть учитывая, что уже прошло, допустим, 3-4-5 лет, а я выгляжу-то лучше, моложе. И, конечно, это приносит, наверное, самое большое удовлетворение для врача-косметолога. Регулярный домашний уход – базовое правило здоровой кожи. Но стойкого эффекта можно достигнуть, совмещая ежедневные ритуалы по очищению, увлажнению и питанию кожи с походом к косметологу. Клиника «Красота и здоровье» предлагает своим пациентам широкий спектр инвазивных и аппаратных косметических процедур. Из аппаратных процедур у нас есть РФ-лифтинг, классический РФ-лифтинг. У нас есть микротоковая терапия. У нас есть аппарат для проведения ультразвуковой чистки, аппарат для фонофореза. Это для такого более глубокого проникновения активных компонентов. И вот в скором времени появится аппарат, так, про него я не сказала, но это не совсем лицо, это скорее коррекция фигуры. ЛПГ – это вакуумно-роликовый такой массаж. Марина Горбунова – ваш проводник в мир красоты и здоровья. Записаться на прием можно по телефону +7 987 747 0205.